Друзья, приветствую на канале. Сегодня у нас очередной справочник «Татар халык ашлары». Вот. Ну, данный справочник отличается тем, что здесь не нужно высчитывать, рассчитывать какие-то расчеты по всяким разным индуктивностям и прочее сюда-туда. Это у нас, друзья, справочник по приготовлению хорошей, здоровой, нормальной пищи. Ну, вот тут вот это. Чьи-то автографы указаны. Вот. Крэш-сюзе. Введение. Вот тут от автора. Что и как. Вот. Ну, тут приведены масса всяких интересных вкусностей и всяких рецептов. Вот бывшая владелица этой книги. Мама Альберта, моего друга. Какие-то рецепты еще выписывала, ну, так сказать, выписывала. Раньше печатали вот это все дело на печатной машинке. Вот. Напечатано. А это, скорее всего, откопировано. Копировали при помощи копирки. Было такое. Кто из Советского Союза, он в теме, что это такое. Ну, такие вот, пожалуйста, всякие разные вкусности тут и рецепты. Тогда интернет не знали, что такое. Так, данное издание у нас... Забыл сказать. 1959 года. Татарстан, Китаб, Нашриаты, Казан. По-русски написано. Кто умеет читать, прочитает. Ахмеджанов, автор этого замечательного справочника. Сейчас я. Вот автор. Книга содержит ряд всяких вкусных рецептов приготовления пищи, как я уже сказал. Тут можно много чего найти. Шулпа бялиша. Также идет иллюстрированные вот такие. Это у нас гибадье. Фотографии, картины. Кул-лама. Это все у нас национальные татарские блюда. Ну, это уж тутырган-тавук, то есть фаршированная курица, если перевести с английского на русский. Эшпешмак, тут вот традиционная. То есть здесь полностью даются рецептуры, что как, в каких соотношениях все это дело применять. Ну, тут все написано. То есть тот, кто грамотный и владеет грамматикой, он может легко прочитать и приготовить любое блюдо, которое здесь указано. Ну, здесь вот творчество Альберта осталось. Альберт Матурмалай. Вот, ну, кто бы сомневался в этом. Вот. Это начало его художественной деятельности. А в данный момент он, естественно, давно уже взрослый дяденька. Вот, и настоящий художник. То есть творчество на книгах у него даром не прошло. Хоштеле. Вот такая. Сейчас я немножко сделаю света, чтобы было более видно. Вот, от засвета не было. Вот такой уникальный справочник. Но так как Альберт не владеет языком, он передал эту книгу мне. Ну, так как у меня есть всякие разные справочники, но он подумал, что данный справочник в коллекции не будет лишним, так как кушаем мы все, кушать любим. Так, это у нас урама роза хам шельпек. Пахлава. Всем известная пахлава. Ну, то есть это восточное тюркское кушание, сладость. С похвалой у нас уж, как говорится, проблем нет. Все знают, что это такое. Ну, это бялиш, приготовление татарского национального блюда бялиш. О нем все знают. Каждый знает. Это уж не надо рассказывать. Кокла, паштет. Вот. Ну, есть тоже такие блюда. По-русски я не знаю, как оно называется. Кок. Пастила, вот. То есть это у нас получается
пирог из пастилы. Ну, а тоже уж во многих, как говорится, народностях есть эти все блюда. Они уж, естественно, не только татарские. У каждого народа есть свое название данного блюда. Но это уже наша особенность, это чак-чак. Это уж отличие татарского блюда. Вот в таком исполнении. То есть есть отдельные блюда, которые у нас, это конкретно наши традиционные блюда. Ну и есть те, которые мирового стандарта. Блашманджа, вот такая штука какая-то тоже. Ну тут вот приводятся инструкции, как это чудо-блюдо приготовить. Вот, что оно из себя представляет. Вот, кому интересно, если будет, потом скан могу скинуть. Так как канал смотрит не только те, которым нравятся железки, но и представительницы нашей приукрасного пола тоже смотрят. Девушки, женщины, которые прекрасно готовят. На своем канале они всякие вкусности показывают. Так, это у нас татар-рулета. Вот. Тоже инструкция татар-рулета. Сухталар. Тоже из чего приготавливается. Ну, в основное блюдо, уж естественно, у нас идет это говядина, баранина и конина применяется. Вот. Свинина у нас считается запретным, харам, поэтому свинина не применяется в еде и в продуктах питания. Пирямяш, это уже тоже одно из национальных татарских блюд, пирямяш. Штука зачетная. Да вообще тут еда, она зачетная любая. Беккен. Ну, беккен, все уже знают, что это такое. Беккен уж не надо рассказывать. Дальше у нас тут идет кастабы. Кастабы тоже одна из национальных татарских блюд. Вещь зачетная. Уходят на ура с чаем. Вот это у нас картошка и, как это по-русски, ну, большой, короче, блин, только сухой. Вот его заворачивают и с маслом, и наворачивают вместе с чаем. Чай с молоком обязательно, крепкий, хороший. Любители сахара сладкого могут подмешать немножко белую смерть, как говорят ее еще. Сумса. Ну, сумса — это самса. А здесь у нас самса татарский вариант. Он немножко отличается от традиционной такой самсы. Самсы таджикской, узбекской самсы. Ну, немножко формы, а принцип приготовления и, как говорится, состав и прочие, ну, ингредиенты фактически те же самые. Просто, может быть, немножко отличается форма у нас. Так, вахбалиш. Ну, вахбалиш — это тоже, может, многие знают, что это такое. Тоже вещь хорошая, зачетная. Уходит на ура. С чаем или еще с чем-то он у нас имеется в виду, с нормальными продуктами. С чаем или с молоком хорошо проходит. Ну, традиционно эшпишмак — это уже супер татарское блюдо. Об этом все знают. Даже наш президент Владимир Владимирович Путин тоже об этом знает. Потому что он в гости, когда приезжает к Рустаму Нургалиевичу, они за чашечками чая это дело тихонечко прикладывают. Вот. Приготовляется, готовится оно. Картофель мелко нарубленные кубиками, лук и говядина. Вот. Ну и специи немножко. И вперед. Размеры, кстати, разные бывают. Есть богатырские, есть маленькие. Ну, кстати, еще да, и бывает, что и с куриного мяса делают. Очень разные, как говорится, производители у нас. Друг друга отличаются. Умудряются даже и фарш, из фарша делать. Ну вот, собственно, такая... Я это уже показывал. Такая книга. Татарстан. Китап Нашриаты 59 года. Дурцин Туксантиен. Стоимость этой книги была. Ну, видимо, она где-то числилась раньше на почте. Слегка остался штамп. Вот. Ну, данная книга была в пользовании у мамы Альберта. Вот. Ну, мамы давно не стало. Книги вот сохранялись у него, так как, я еще раз повторю,
не владеет языком, и они решили эту книгу подарить мне. Вот. Ну, за что, конечно, огромное спасибо ему. Это история наша. История то, что еще вот он сохранил в таком вот виде. Видно, книга у нас имеет свой возраст. Вот. Ну, а тот вот иллюстрация Альберта, когда он был маленький, каждый раз украшивал уж. Все, наверное, прошли через это. Ну и на заднем плане у нас, естественно, не без этого не скажу. Моделист-конструктор, это супер журнал 1979 года, 11 номер. Это то, с чего все советские парни и девушки начинали свой творческий путь. Кто-то изобрел космические корабли, которые браздят сейчас межпланет. Но об этом нам не рассказывают официально. Кто-то сделал суда всякие разные, кто-то еще какие-то. Придумал изобретение 80-го года. Кстати, журналы тоже мне подарил Альберт. Вот. Он сказал, что мне жалко их выбрасывать. Что с ними делать? Я говорю, ну что, Альберт, с ними еще можно сделать, как принести мне и подарить их. Очень интересные вещи. Может быть, я тоже про него за это скажу. Раньше очень было популярно Аэросани. Мой дядя покойный тоже делал. У него супер получилось. Вот, в советское время это практиковалось. Друзья, на этом все. Всем удачи и берегите себя.